Сегодня в Краевой Думе наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». Освещение экономической темы в СМИ оценивали представители Торгово-промышленной палаты и члены Союза журналистов России. Свое ТВ признали лучшим региональным СМИ среди телекомпаний. Диплом за первое место вручили шеф-редактору экономического блока Марине Кулешовой. А индивидуальное гран-при конкурса за лучшее освещение истории предпринимательского успеха получила наша корреспондент Анастасия Зубрицкая.